Друзья, привет! Мы на семейном канале, сегодня у нас продолжение рубрики «Папа vs. Мамы». Что мы сегодня будем делать? Сегодня будем играть в несколько странную мобильную игру Chicken Scream. Да, мы даже какую кнопку, мама? Chicken Scream. Это крик курицы, Денис. А какую мы кнопку нажмем? Погоди. Сейчас мы по очереди с мамой будем нажимать, ты будешь рассуждать, кто из нас выиграет. А где друзья, ситуация какая? Кнопку нажмем? Скажи маме. Ситуация какая? Нет, надо бы нажать черную кнопку. Да, черную. Ситуация какая? Игра очень странно работает без гарнитуры, поэтому если была подключена гарнитура. Кнопку. И мы будем кричать в микрофон. Так что без микрофона, точнее без гарнитуры, как-то она странно работает и либо дергается, либо не реагирует. Так, играем до 6 побед. Вот, 6 раз. Играем по 6 раз. Кто наберет больше очков в какой-то раз, тот и выиграет. Ну давай посмотрим по ходам. Кто первый начинает? Не, подожди. Папа начинает. Ну все, классический режим. Классический режим. Нажимай классик. И вот сюда нажимай. Так, нет очка. А, давай договоримся на берегу сразу. Тот, кто проигрывает, это же челлендж. Кукарекает час. Когда ему вопросы задают. Кукарекаем. Или разговаривает с ним. Он кукареку говорит. Кукарекаем. Хорошо. Давай, у меня вторая могу. Не, иди смотри. Занимайся, мам. Курочка. Куда? Поехали. Дим, ты идешь смотреть? Так. Спедуза. Так. Ну, у меня 4 очка было максимум. Чем тише ты говоришь, когда тихо говоришь, курица идет. Когда кричишь, она летит. Тебе надо преодолеть препятствие. Поехали. Ну, надеюсь, получится. Ну, погнали, летит, мам. Давай еще. Вы не мешаете. И не давай тихонечко все. Не надо. Так, я предлагаю еще по 3 раза. Нет. Ты хочешь сказать, что я проиграл, я должен покорекать? Давай еще по 3 раза. Нет, ну хоть один раз мама должна выиграть. А мама выигрывала уже? Нет. Как нет? В первом челлендже мама выиграла. Ой, нет, не будем продолжать из контине. Давай. Так. Oh!
твоя мама теперь? У меня было 6. Нет, я столько не смогу. Ну попробуй, чему не смогу? Взимаем. Ну, мам, давайте нормально. Мама! Ну вот. Надо меня сбивать, я делаю свои так. Давай, реплей. У меня самая мама, поехали? Была какая-то так. И ты ее придерживаешь. Да, окей, давай. Обещание надо сдерживать. День, держи. Выключай. На какой? Вот сюда нажимай. Друзья, обещание надо сдерживать. Я проиграл, причем 13-6, да, 6. И теперь каждый раз, когда ко мне мама и Денис будут обращаться, я буду говорить «Папа!» Пойдем тебе на пух. Ты пойдешь с нами сейчас гулять? Папа! Друзья, сегодня папа моя с мамой были. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Пока-пока. Па-па!